Чё-то нихуя крупный не хочет. Возле речки крупнее чубак был. Под яски клевали. Сейчас, ребята, попробую таким любимым способом моим. На джиголовку одеваешь 18-граммовая, что ли, или 10. Одеваешь пескаря, либо гальяна и твистер, чтоб не сваливался. И начинаешь как на блесну рыбачить. Попробуем, может, щучка возьмется. Это все-таки живок. Хуй его знает, есть она тут или нет, щука. Надо на озерке попробовать, на гидронамыве. Можно вот так попробовать. Просто как водилку кидаешь. Вот так. Даешь утонуть, поднимаешь. Утонуть, поднимаешь. Так играешься. Частенько у меня так щука ловится. Если она есть, то она должна прийти. Как жерлица, ребята. Работает такая хуйня. Ебать, глубина тут метр. По дну даешь постучать ей. Ладно, пробуем кидать. Кинули, даем утонуть и тянем. Тянем, тянем. Не знаю, речка незнакомая, в каком месте должно быть щука, не знаю. Видите, еще не утонул. Вот сейчас до дна достала. Сейчас он туда к кусту попробую ебануть. Вот там клюет у меня. Блять, клюет, ребятки, чебак нахуй. Видите, поплавок аж исчез. Сейчас тянем его вот так. А, пискарь. Пискарь. Нихуево. Пискарей сейчас наловлю. Для спиннинга. Заебись будет. В это время берем спиннинг. Чуть-чуть подматываем его. И закидываем. А, ёб твою мать. Ничего, ништяк. Вытащили. Скорость надо слабже делать. Но в итоге вся рыба должна в эту точку стянуться. Потому что я притягиваю же малька сюда. И вот так тащим. Вот опять у нас клюет пискарь, походу. Сейчас так дадим спиннингу отдохнуть. Сука, хуй. Что-то у меня на удочку тикать начало. О, плотвенок.
Ах ты, бляха-муха. Кто-то сошел. Чебачок, наверное. Оп. Плотвец. Такие вот плотвинки клюют на чертоле, на реке. Пискарь ебаный. Сейчас, походу, у меня телефон зазвонит. Мне икнулось. Не хочет нихуя. Попался, блядь. Ну, глубина слабая. В смысле большая. А на самом деле тут глубина маленькая. Поклевку не вовремя заметил. Да даже и не было поклевки. Просто решил перекинуть. Ёбаный пискарь. Даже ёж, ребят. Нихуя что-то ребятишки не клюет. Надо было возле реки рыбачить. О, что-то дергает. Пискарек, что ли? Нихуя. Кто-то взялся. Окунь. Окунь, ребята. Окушок. Ребятки. Взялся окунечек. При том, при всем, только закинул туда. Может, глазок ему одеть? И вон, и глаз одеть. Ну-ка, давай сюда свой глазик. Ладно, хуй с ним. Не смогу я, наверное, это. Вот так сделаем. И вот так. Вот так я делал. Просто проводил. Ой, блядь, у нас вот такая хуйня получилась. Некрасивая с червяком. Сейчас сюда опять вот так подойдем. И вот так. Хуекс. Вот сюда. И с проводочкой. Что-то опять.
Наверное, ребят, там один стоял. Так себе окунёк. Не хочешь что-то нихуя клевать. Есть. Чебак стоять, чебак стоять. Тебя-то я и ждал на жерличку. На жерличку я тебя и ждал. Мой красавчик. Ай да. Как же ж... Ребятки, как-то это делается вот так, что ли? Блять. Так вот, по-моему, это делается. Просовываешь ему в рот такую хуйню. Правда, надо аккуратненько и быстренько, чтобы он не задохнулся. Хоп. Чик. Потом вот это вот здесь вот так. Вот так. Ой, еще кто-то клюет.